Обещала еще сделать включение. Немножко съездили на рынок, купили овощи. Сейчас расскажу вам, что почем, что покупала, что сколько стоит. Смотрите, огурчики купили по 120 гривен, редисочка по 60, ну, еще в одном магазине была по 80, помидорчики по 120, капусточка молодая, хочется салатика прям очень сильно такого. Капусточка молодая по 60. Яблочки зелененькие. Семериночка по 20 гривен. У нас Миша очень любит зеленые яблоки. Молочка купили. 30 гривен литр. Двухлитровая бутылочка. 60 гривен. Может, пасочку получится испечь. Посмотрим, как по времени будет. Вот у меня какой сегодня красивый букет. Вот такие приятности у меня. Правда, красота? Такие тюльпанчики. Красивые нарциссы. Пахнут. А вот еще что купила. Не показала. Смотрите, красочку себе купила. Обновить цвет волос. Туалетную бумагу. 40 гривен. Краска 110 такая. Освежитель воздуха по 40, 50 гривен мыло, ручки мыть. Так что вот так. Спасибо, конечно, тем людям, которые работают, которые возят продукты. Это очень важно сейчас в это время. Поэтому будем жить.